Всем большой привет и добро пожаловать ко мне на мой канал, с вами я, Луиза. В этом влоге я вам хочу показать, чем я занималась весь первый месяц июня. А сегодня у нас с вами 1 июня, и я решила это лето встретить ярко. Я пришла к себе на спа. У нас с вами 9 утра, я еще не завтракала, и первым делом я хочу выпить водички с лимоном, взбодриться и пойти уже плавать. Мы уже прошли с вами в спа-зону. У нас в нашем спа есть два бассейна. Первый, который сейчас вы видите, это закрытый, им можно пользоваться круглый год. И также на улице у нас есть летний открытый бассейн. Кстати, он с морской водой. Они туда добавляют морскую соль, и по ощущению, что ты где-то на море, что не может не радовать. Нам очень классно сделали всю территорию, у нас есть теперь огромный теннисный корт, маленький настольный теннис, очень много лежаков, даже кабана, где можно уединиться вдвоем и почилить. А вот и непосредственно наш пляж, где я сегодня буду загорать, люди уже начинают подтягиваться, потому что у нас тут еще и отель, и люди, которые останавливаются в нашем отеле, также могут пользоваться этим пляжем, несмотря на то, что у них на территории отеля также есть и свой бассейн. Сейчас у нас считается это место очень тусовочное, здесь очень много блогеров, 100% загрузка по отелю. Вот, к примеру, девчонки пришли с утра пораньше снимать уже рилсы, фоткаться, делать контент. Как всегда, блогеры с утра пораньше не спят, а работают. Так, я уже пришла домой, помылась, и просто я офигела, как у меня сгорело лицо. Посмотрите, какое у меня лицо, оно просто красное. При том, что я мазалась защитой, это жесть, я как обезьянка. Но зато немножечко потемнело, потому что я загорала только защитой и без масла. Но через пару дней буду добавлять уже в загар масло, ну, конечно, только на тело. На лицо я только использую защиту, и даже с защитой я красная. Ко мне приехала подруга, у нее день рождения, и мы сейчас будем есть шашлык. Родители готовят. В кадр встала. Блин, я просто красный рак. Что можешь рассказать? Так уже все так вкусно, потому что будем кушать. Да? Вкусно. Хочешь? Да. Тем временем родители вовсю готовят наш обед. Будут овощи на гриле и шашлык. Прибить. Ты моя кроссовочка. Да, сфоткаться. Мы сейчас будем обедать, у нас будет праздничный обед, смотрите. О, какие вкусные овощи. Так, а что у нас есть еще? Это что-то такое? О, мама! Шашлык! Да, надо пока накрыть. Я очень люблю еще вот такую горчицу французскую. Она же как дижонская считается? Дижонская, да. Да, дижонская горчица. Очень обожаю такую. Чтоб мухи не налетели. Нет, сейчас должен напариться. А, напариться? Не может, когда. Мам, тебе только один. Мне только один. Так. А, давай вот туда поставим, да, Сань, чтобы он тут не стоял. А если я вот этот возьму? Самый лучший шашлык из шеи. Вкусненько. Мы выпиваем за нашу именинницу. Сегодня ты стала старше. Сколько тебе лет? 30. Юбилей. Представляете, ей 30 лет. Офигеть. Ну, мне скоро тоже. Когда мне было 30, мне казалось, что уже жизнь закончилась. Но когда мне стало 40, я думаю, господи, было бы мне хотя бы 35. А сегодня, когда мне 50, думаю, какое же счастье, когда тебе всего лишь 30. Ты что за юбилей? Вот один. Он что, 20? Ты чё? Ну не злись? Ты чё такой злой? Юль, сколько вам лет? 30. Этой девушке 30 лет. Ну как так вообще? 30 годик. Как вы себя ощущаете в новом возрасте? Жизнь только начинается. Да, сорвет. Давай еще разок. Жизнь настолько начинается. Мне еще 29, кто не знал.
Ну, что поделать. В сентябре будем праздновать. У меня в августе вообще-то. 29-го. Да? 29 августа. Я выпила сангрию уже в сентябре. Я бы не поздравила в сентябре. Ну, это просто называется подруга. У меня такие модные панталеты. Это бабушкины. Почему разные страсы? А потому что у бабушки один страз отлетел, она сделала какую-то замену. Как хорошо все-таки летом. Гуляешь, наслаждаешься. О, Юля, фото на память. Что ты хочешь сделать? Показать, ставлю сумки. Да ты же мой юный блогер, давай. Распаковка сумки, что в этой сумке. А ты расскажи, показывай. Расческа. Вау, тангер-тизер. Да, помада. Попрыгун. Чего? Попрыгун. Вот. Попрыгун? Да, вот. О, а можно потрогать? Да. О, Юля, у меня такие были в детстве. А это вот так вот, да, можно? Да. Сейчас. А, где он? Так, ладно. Сейчас. Дай. А где надо подписываться? В Ютубе? Аккуратненько, ты что? Ты же можешь упасть. Не, ну это мы так, Юль. Шо, контент? Куда? Не, надо. Слазить, давай. Нет. А что? Ты еще куда-то выше? Да, возможно. Привет, дорогие подписчики! А у нас с вами уже следующий день, я снова пришла на свой пляж, лежу, загораю, плаваю, есть ощущение того, что я живу на all-inclusive, просто нескончаемое какое-то удовольствие, и это все не выходя из дома. Девочки, это какой-то кайф, я всегда мечтала, чтобы у меня дома был бассейн, вы знаете, но визуализировала. Вообще, этот комплекс сделан для нашего отеля Art Village Club, но в связи с тем, что я здесь проживаю, я могу сюда ходить. Вечером у меня фитнес, днем, утром у меня бассейн, загар. Вода у нас с подогревом, она 28 градусов, она очень теплая и приятная. То есть вы в ней не замерзнете даже, когда будет пасмурная погода, как сейчас. Сейчас 22 градуса, но тем не менее загорать прекрасно. Ты не погибаешь от этой изнурительной жары. О, солнышко уже тут намечается. Сейчас выйдет, еще полежу минут 15 и пойду обедать. Так что жизнь кайф, ребята. Я бы очень хотела, чтобы каждый сейчас вот здесь вот со мной полежал. Но я, к сожалению, здесь одна. Мне совершенно ничего не хочется делать. Вообще, даже снимать не хочется. Просто заставляю себя брать в руки телефон. Включение. Сегодня я поехала поработать по своему бренду. Мне предложили сотрудничество с классным магазином свадебной одежды и хотят реализовывать мои платья. Поэтому я собрала уже все свои вещи, которые у меня готовы. Вот это вот образец моего красивого последнего произведения искусства. И там уже тоже платьишки, которые буду выставлять у них в магазине. Надеюсь, мы сработаемся. И посмотрите, какая просто красота на улице. У нас ливень третий день подряд. Я надеюсь, что
меня он не застанет расплох. Поэтому ехать мне до магазина где-то 1:20, очень далеко. Вот такие вот планы. Так что я вам поснимаю, что у нас там будет в магазине. Какая классная летняя погодка. Свадебный салон, прокат, продажа. 3500 платьев. Пойдемте посмотрим. Куда это меня позвали? Иду просто как челнок. А, как красиво. Всякие штучки. Также у них можно подогнать будет платье. Если, к примеру, вам они не подходят по размеру. А меня пока позвали в зону ожидания. Мое платьишко. Ага, вечерняя. А обувь, это у вас тоже аксессуары? Обувь, аксессуары тоже у нас на прокат. Сумочки на прокат. Все можно взять. Здесь примерочные, очень удобно, девочки. Если вам нужно платье в прокат, то обращайтесь. Либо на продажу. И здесь и купить, и арендовать можно. Просто огромный выбор платьев красивых. И очень много разных брендов. Мне вот это с перьями нравится. Все в пол, длинненькие такие. Так. Фата. Еще сережки есть. Здесь прям можно себя полностью одеть на какое-то мероприятие, либо свадьбу, выпускной. Почему я раньше не знала об этом месте? Просто огромный выбор платьев. Здесь представлены в основном все актуальные модели. Мне очень понравилось вот это платьишко. Оно мини, и оно полностью из страусиных перьев сделано. Юбка. Такой, как жакетик. Я свою работу выполнила. Луиза Стахановец поедет сейчас домой, все обсудить. Есть такая фишка, что у них есть стол визажиста. Вам могут сделать прическу, загримировать, одеть, переодеть. Вы уже красивые, выезжаете на свое мероприятие. Вот так вот. Все имеется, инфлюенс. Так что обязательно заглядывайте в этот магазинчик. Также вы можете еще выпить бокал шампанского, игристого, чай, кофе. Короче, очень классное местечко. Соберут вас здесь под полный ключ. Даже масочки есть. Здравствуйте. Мы приехали купить немножко цветов на участок. Столько всего классного здесь есть. Мне вот эти нравятся, круглые. Лен, голубые ели, что-то пожухлые уже цветочки, такой рай садовый. С бабушкой приехали. Смотрите, сколько всего. Да. Вот, мне кажется, вот эти? Быть. Давай вот эти возьмем. Ну, мне эти тоже понравились. Целая машина цветов теперь. Купили такие красивые цветочки. Будут радовать нас.
Вечер я решила провести в бассейне и встретить красивое закатное солнце. Было просто невозможно красиво. У меня было ощущение, что я нахожусь где-то на Мальдивах, либо в Таиланде, на океане. А еще на пляже не было совершенно ни одного человека, и я в гордом одиночестве встречала такой красивый закат, много плавала и просто погружалась в себя и медитировала. Вы знаете, это была лучшая медитация в моей жизни. Это было просто потрясающе красиво. После того, как стемнело, я решила перебраться в закрытый бассейн, потому что резко стало холодно. За городом сразу максимально резко падает температура и становится очень холодно. Поэтому я решила продолжить свою медитацию уже здесь. После того, как я поплавала в бассейне, я замерзла. Я решила согреться в хамаме, потом еще зайти в сауну, немножко попариться, распарить свое тело. Я очень люблю делать спа-процедуры где-то в хамаме, натереть себя скрабом, отпилинговать себе все тело, потому что тело после таких процедур становится подтянутое, здоровое, красивое, чистое, и также это для меня еще как закалка. Здесь у нас находится солярий. Можно позагорать. Но я и так достаточно уже темная. И мы заходим в женскую раздевалку. Всем покажу. Сейчас переоденусь и пойду домой. Так хорошо попарилась, посмотрите. Идеальное лицо. А вот и я, сонный гном, который вышел после спа и направляется в сторону дома. Смотрим. Какой сегодня потрясающий красивый закат. Вообще. Сейчас самые короткие ночи. Время вот сколько? Нет, без 10:11. И на улице светло. Какие запахи вкусные. Впереди камера на полосу. А у нас с вами уже следующий день, и мы сегодня с девчонками решили поехать на сапы, открыть сезон в этом году. Погода просто роскошная, плюс 25, светит солнышко, нету сильного ветра, поэтому терять такой день мы не хотели, и мы быстренько собрались и поехали. Так, мы приехали кататься на сапах. Такое красивое место. Это Новая Рига, Ильинка. Что, нравится тебе? Да. Сейчас будем выбирать досочки. Да, мы к вам. Меня Александр зовут, активные люди. Вот нам, наверное. Да, да. Очень приятно. Так, давайте только я отмечу, у нас несколько сегодня будет посетителей. Я отмечу, кто вы. Ехала на сапы, знаете, зачем? Будний день 800 рублей в час. 800 рублей в час. Катание на сапах. Без штрафа. Давай, молодец. Переверните только весло другой стороной. Так. Вот, рабочая сторона. Да, вогнутая сторона, ей надо грести. Да, совершенно верно. Все. Раз корма должна быть чуть больше загружена, чем нос. Можно еще? Так, маневр не получается. Вот. Нос в сторону чуть-чуть приходит. За счет того, что вы сместились чуть-чуть вниз. Абсолютно в середине.
просто идеальная вода. Правда, единственное, сегодня был очень сильный ветер, и сам постоянно разворачивала. И мы пытались изо всех сил справляться как могли, но все у нас пошло идеально. Так что приедем еще скоро сюда же. Просто вообще, девчонки, я вам советую это место. Это Ильинское шоссе, Новая Рига. Вот здесь чай есть. Чем у вас этот чай? Ну, с айвой и цедрами апельсина. Но это черный чай. Черный чай? Да. Ой, как он прям такой русский самовар, да? Немецкий. А, немецкий. Какой классный. Смотрите, как здорово. Сейчас будем пить чай, когда он заварится. После сапов это то, что нужно. Кстати, о, хороший плюс, что можно на сапах очень хорошо загореть. Поэтому у меня даже немножко плечи сейчас жжет. Мы катались где-то час, час десять. Прекрасно. Будем скоро пить чай. Обязательно нужно надевать жилет, потому что здесь проезжает полиция. Вот там вот у нас сейчас проехала. И штраф, если вы будете без жилета, то у нас и до 20 тысяч рублей. Имейте это в виду. Это касается именно Москвы, то есть Московской области. А если где-то в других местах, я не знаю, поэтому лучше всегда надевать жилет. Это прям обязательно? А если плавать умеешь? Ну, в принципе, по желанию можно жилет, но лучше, конечно, надеть, потому что вон она, полиция, они тебя штрафуют и все. Пью-пью. Так, ну Сан Саныч, готов там чай или нет? Чай не знаю. Пойдем посмотрим. Прости за Сан Саныч. Что у нас чай? Какой, черный чай? Черный чай, соевой, цедровый апельсин. Ты здесь работаешь? Да. Лето, да, такое? Работящее. Молодец. А, скажи, пожалуйста, а вот у вас лодочки еще есть на троих? Они в какую цену? На троих у нас нет. А, это другие, наверное, да? У нас есть каяки двухместные, одноместные. О, каяки, можно вдвоем, да? А сколько стоит? Ну... в будний день это одноместные, в будний день 1000 рублей, а в выходные 1200. А на двоих? Двухместные. А это да, за одного. А, за один каяк это. Не, у нас то есть одноместные стоит за одного человека. Если двухместный, то за два человека, если. Ну, будет два раза. Еще. А. Гамак. То есть это мы можем сделать так. Гамачок, Юль, давай, плюхайся. Давай. Экшен. Сегодня у меня дебют в Акснах. Дебютантка наша. Так. Ну что, прикольно. Он макроватый. Макроватый? Он дождь был. Ну не грязный же. Ну что, классно. А на этом наш с вами влог подошел к концу. Я желаю всем супер позитивного, яркого лета. Пробуйте то, что вы еще не пробовали. Не бойтесь рисковать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И до новых встреч в следующем влоге. Всем пока!